20 век Фокс представляет. Ширли Темпл в фильме «Маленькая принцесса», продюсер Дэрил Заннах. В ролях Ричард Грин, Анита Луис, а также Йен Хантер, Цезарь Ромеро, Артур Тречер, Мэри Нэш, Сибил Джейсон, Майлз Мендер, Марша Мэй Джонс. Режиссер Уолтер Ланг. Автор сценария Этель Хилл и Уолтер Феррис. По роману Фрэнсис Бёрнетт. Композиторы Уолтер Буллок и Сэмюэль Покрас. Операторы Артур Миллер и Уильям Скол. Англия, 1899 год. Буры угрожают войной. В Трансваль направлены войска. Зачем туда посылают так много солдат? Война же будет маленькая. Чтобы на этот раз эти упрямые буры поняли, что мы не шутим, дорогая. Тогда они быстро успокоятся. Хотелось бы. Но когда ты туда приедешь, ты их сразу приструнишь, да, папа? Постараюсь. Очень сильно по тебе скучать. Я вернусь, и мы будем вместе. Ты даже не успеешь сказать «нож». Успею, много раз. В школе ты будешь играть с другими девочками, читать книжки, кататься на пони. И потом с тобой будет Эмили. Да, Эмили будет мне подружкой. У нее и правда понимающий вид. Да, папа? Не сомневаюсь. С таким-то интеллектуальным лбом. Пансион мисс Минчин. Эта школа какая-то мрачная, правда, папа? Боюсь, нам сейчас любая мрачной покажется. Может, внутри будет получше? Я думаю, да. Извините, сэр. Извиняю, только убери его побыстрее. Как вы вообще додумались привести его к передней двери? Смотри, папа, мой пони. За это ответит хозяин пони. Уберите его. Дай подальше. Нет, папа. Послушайте, минуточку. Вы мисс Минчин? Да. Я капитан Кру. Боюсь, я доставил вам массу неудобств. Несомненно, капитан Кру. Можно мне зайти и объяснить? Проходить. Подожди здесь, пони. Прошу прощения, я не просил, чтобы пони заводили в ваш дом. Дело не только в пони. Сюда весь день носят коробки для вашей дочери. Идите за мной, пожалуйста. Apparently,
Видимо, вы не знаете, капитан Кру, что я держу одну из самых достойных школ в Лондоне. Да, я уже это понял. Именно поэтому я и привез свою дочь к вам. По вашим поступкам я бы так не сказала. Нельзя в этом винить меня одного. Мы с Сарой только что прибыли из Индии. Сара жила там почти всю свою жизнь. А мой полк тут же направили в Южную Африку, поэтому нам спешно пришлось действовать. Я же вас предупредила в письме, что не принимаю девочек без собеседования и, самое важное, без безупречной рекомендации. Я вам также написала, что в данный момент у меня нет свободных комнат. В таком случае, пап, поехали дальше. Неприятная ситуация. Понимаете, я не получал вашего письма, и мне в голову не пришло, что мою малышку могут не принять в школу. Это очевидно. Что касается моего положения в обществе, мой отец, сэр Джордж Кру, возможно, вы о нем слышали. Естественно. А финансовые рекомендации я могу вам предоставить от правления Южноафриканского земельного синдиката. Я в нем главный держатель акций. Мой брат, наш учитель изящной словесности и драматургии. Очень приятно. Рад познакомиться. Алмазный рудник «Эклипс» — одно из предприятий вашего синдиката? Да, одно из важнейших. Конечно. Извините, что не проявил должного уважения, но я в отчаянии. Через час я отплываю из восточно-индийских доков. Тебе придется взять меня с собой, папа. Нет, ну что вы, что делать в Африке такой девочке? Простите, капитан Кру, боюсь, я была слишком сурова, но ради репутации моей школы я должна быть осторожной. Теперь, после собеседования, я вижу, что у вас замечательная малышка. Мы с радостью ее возьмем. Значит, я должна остаться? Да, дорогая, ты получишь эту привилегию, как и твой маленький пони. Он такой забавный. Чек выписан на школу, этого пока хватит? Вполне. Еще, в этой же огромная сумма. Простите, я не мог вас видеть раньше. Вполне возможно, дорогой капитан. Ваше лицо мне очень знакомо, вы не были на сцене? Вы у меня ассоциируетесь с мюзик-холлом. Мюзик-холлом? Мой брат на сцене? Это смешно. Действительно смешно, ты права. А теперь посмотрим комнату Сары. Минутку, мисс Роуз. Это мисс Роуз, одна из наших лучших учительниц. Капитан Кру оказал нам честь, доверив свою дочь Сару. Очень приятно, мисс Роуз. Очень приятно, капитан Кру. Мы сделаем все, чтобы ваша малышка была здесь счастлива. Не сомневаюсь. Дети, у нас новая ученица, Сара Кру. Скажите ей здравствуй. Здравствуй. И вам желаю здравствовать. Лавиния, Джесси, довольно. Вы можете идти, мисс Роуз. Дети. Она как маленькая принцесса. Да, она как принцесса. Теперь кое-кто здесь перестанет думать, что она лучше других. Неужели? Это мы еще посмотрим. Тоже мне. Принцесса. В комнате только что переклеили обои, а в камине отличная тяга. Я думала, у вас нет комнат. Я не знала, что к нам приехала такая чудесная девочка. Почему от этого комнат становится больше? Это наша лучшая комната, она недавно освободилась. А как вы думаете, комнату можно сделать поярче? Я бы хотел, чтобы она была очень радостная. Я кое-что привез из Индии, но, возможно, вы еще купите то, что нужно. С удовольствием, капитан Кру. И пусть она каждый день выезжает на прогулку, если погода хорошая. Конечно. К счастью, у нас отличный учитель верховой езды. Полагаю, вы считаете, что я слишком ее балую. Несомненно, вы правы. Но на самом деле это для ее же пользы. Иначе она уткнется носом в книжку до тех пор, пока ее оттуда не выманет. Видите ли, мисс Минчин, у Сары нет матери, и мы никогда не разлучались более чем на несколько дней. Как трогательно. Ей будет очень трудно. Не переживайте, капитан Кру. Я как мать всем моим малышкам. Ну а теперь... Я оставлю вас. Попрощайтесь. Сколько у нас времени, папа? Несколько минут, дорогая. Ты меня понимаешь сердцем, Сара. Мое сердце всегда слышит тебя, папа. Ты в моем сердце. Мы будем мужественными, правда?
Вот что. Давай представим, что мы в Индии. И я ухожу на несколько дней с войсками, хорошо? Мы уже раньше через это проходили, и ты никогда не плакала, когда меня не было. Помнишь? Да, папа. Но на этот раз будет труднее. Мы будем хорошими солдатами. Да, папа. Ну, давай прощаться, как мы это делали раньше. Да, папа. Хорошо. Выше голову. Подойди к окну. Смотри на улицу. И скажи, как обычно. Мой папа должен уехать, но он обязательно вернется. В любую минуту я могу увидеть своего папу. Мой папа должен уехать, но он обязательно вернется в любую... Нет, я не могу этого сделать. Ты тоже плачешь. Мы не такие хорошие солдаты, как мы думали. Нет, хорошие. Теперь я могу это сделать. Мой папа должен уехать. Он обязательно вернется. В любую минуту я могу увидеть своего папу. У меня получится. Получится. Я представлю, что я на войне. Ты будешь моим врагом, а ты моим копьем. Готовься. Целься. Огонь. Ну что ж, придется вызвать подкрепление. Доброе утро. Мисс говорит на хиндустане. Я всю жизнь жила в Индии. Теперь мисс будет жить в Англии? Только до тех пор, пока папа не приструнит буров. Значит, ваш папа военный. Да, мой папа капитан. Капитан Кру. А я Сара. А вас как зовут? Я Рамдас, слуга лорда Уикама и светлости Рани. Рамдас! Рамдас! Да, сэр. Что ты тут копаешься? Заканчивай с этой птицей и займись делом. Доброе утро. Здравствуйте. Я буду у окошка каждое утро, если вы захотите поговорить об Индии. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Готова к завтраку, дорогая? Я пытаюсь, но не могу справиться с этими пуговицами. Пальцы в петлях путаются. Не получается. Давай я тебе помогу. Эти пуговицы такие вредные. У меня раньше с пуговицами ничего не было, но я привыкла. Конечно. Подними ножку. Войдите. Доброе утро, Бекки. Доброе утро. Молодой леди, нужно чистить ботинки. Только те, что я вчера надевала. Я принесу. Я сама возьму, мисс. Прошу прощения, мисс. Ты что, ударилась? Нет, мисс. Вы не должны мне помогать, мисс. Держи, остальные я положу сверху. Нет, мисс. Если мисс Минчин увидит... Еще одну пару удержишь? Да, мисс. Вот так. Донесешь?
И это ты все это чистишь? Да, мисс. И она прекрасно это делает. Спасибо, мисс. Спасибо, что чистишь мои ботинки. Извините. Ничего. До свидания, Бекки. До свидания. До свидания. Возможно, здесь мне будет не так уж и плохо. С вами и с Бекки. Нужно торопиться. Мисс Минчин не любит, когда опаздывает. Скажите, мисс Роуз, мисс Минчин правда сердитая или у нее только вид такой? Что буду делать сегодня? После завтрака урок арифметики. Арифметики. Потом английский, потом французский. Потом изящные словесности, манер, истории и географии. Да, дело у меня будет по горло. А когда я буду кататься на пони? Может быть, сегодня днем, часа в 4. Дети, сейчас придет наша новая ученица Сара Кроу. Как вы видели, капитан Кроу прекрасный человек из уважаемой семьи. Надеюсь, вы будете относиться к ней соответственно. Вы можете занять свои места. Доброе утро. Доброе утро, Сара. Доброе утро. Я рада, что ты смогла к нам присоединиться. Хорошо спала? Нет, спасибо. Садись, дорогая. Лавиния, тебе и Джесси придется пересесть. Теперь Сара будет сидеть справа от меня. Но, мисс Минчин, я всегда сидела здесь. Лавиния. Господи, благослови нас и дары твои, вкушаемые нами от щедрот твоих. Зачем ты сыпешь соль на тарелку, дорогая? На тот случай, если вы мне предложите одно яйцо. Мистер Джеффри, подготовить пони для мисс? Нет, для первых уроков седлай спокойную кобылу. Хорошо, сэр. Пошли, дружок. Привет. Здравствуй, Джеффри. Как эта старушка разрешила тебе выйти? Сара, это мистер Джеффри Гамильтон. Мисс Кроу, наша новая ученица. Очень приятно. Взаимно. Я буду учить тебя ездить верхом. Учить меня? А это пара лишних шиллингов для меня. А пара шиллингов — это много? Относительно моего нынешнего положения — целое состояние. В таком случае учите меня. Мой пони готов? Думаю, для начала возьмем кого-нибудь попокладистей. Тогда я лучше объясню со своим пони, а то он может обидеться. Ты права, пони очень чувствительный. Объясни ему все хорошенько, он там, под аркой. Я могу задержаться. Ничего, мы подождем. Хорошо. Привет, дружок. Ты мне рад? Мистер Джеффри даст мне лошадь поспокойней. Моя прогулка будет скучной. Роуз, что-то случилось? Мисс Минчин отменила мои выходные. Но почему? Нас, наверное, видели вместе. Теперь мы не сможем видеться наедине? Ну что ты, дорогой, что бы ни говорила мисс Минчин, мы найдем выход. Я не понимаю ее. Чего она боится? Почему мы не должны встречаться? Она боится сплетен, я думаю. Она живет только этой школой, своими понятиями о пристойности. Она боится потерять прекрасную учительницу, которая у нее работает почти даром. Я сам с ней поговорю. Нет, дорогой, не делай этого. Она уволит нас обоих. Не успеет, если ситуация в Южной Африке ухудшится. Ты тоже туда поедешь? Если начнут набирать добровольцев. Конечно, дорогой. Тогда придется ехать. Джеффри. Тебе не о чем беспокоиться, дорогая. Вряд ли эти буры зайдут слишком далеко. Придется нам еще поболтать. Мистер Берти,
Сегодня есть письмо для маленькой принцессы? Посмотрим, дитя мое, посмотрим. Когда она долго не получает писем от отца, ее глаза становятся такими грустными, что больно на нее смотреть. Не бойся, вот ей письмо. Как же я рада, сэр. Lost a week, a Dandarelli came at all. Nice old a geezer with a lost call. Sees my a Mrs. Texas top at all. In a very gentleman you are. What a cheer. Yeah. All the night is cried. Oh, you're gonna meet Bill. Everyone's street Bill. Love, love, I thought I didn't die. And that with the old gentleman. Письмо? Да, от папы. Это хорошо. Вовсе нет. Новости плохие. Правда? А что случилось? Он пишет, что буры ведут себя очень нагло, и он может не успеть к моему дню рождения. Но до него еще далеко. Еще столько может произойти. Возможно, он все-таки приедет. Я напишу мисс Минчин, чтобы она устроила тебе день рождения так, как это сделал бы я. Ты, как обычно, пойдешь за покупками. Купи все, что пожелает твое сердце. А теперь, моя дорогая, последнее и самое важное. Ровно в 2 часа в свой день рождения закрой глазки и пошли мне поцелуй. Я тоже закрою глаза в это время и пошлю поцелуй тебе. Он самый замечательный человек в мире, правда? С одним исключением. Да, мистер Джеффри очень хороший. Что это? Мисс Роуз. Добровольцы. Они тоже поплывут в Южную Африку? Да, дорогая. Они помогут нашим солдатам при Мафикинге. А что там в Мафикинге? Буры окружили наших солдат, и мы не можем прорвать их линии, чтобы им помочь. Они болеют и голодают, но держатся как настоящие британские солдаты. Мафикинг в осаде. Мисс Роуз, мой папа там. Прости, дорогая. Я не знала. Мисс Роуз. Не плачь, дорогая. Я уверена, все будет хорошо. Добрый день, мистер Джеффри. Добрый день, Марта. Мисс Сара готова кататься? Да, сэр, она сейчас спустится. Спасибо. Так, все готовы? Здравствуй, Джеффри. Две самые прекрасные леди в мире. А почему ты... не одета для прогулки? Я не могу сегодня поехать. Саммергард нужно позаниматься. Весь день? Боюсь, да. Мне придется сидеть с ней, пока она не научится правильно писать Константинополь. Боже мой, на это могут уйти месяцы. Предоставь это мне. Идем? Ты что, плакала? Плакала, у тебя в глазах еще слезы. Это просто из-за тумана. Ну, если все в порядке, тогда пойдем.
Джеффри, вы не против, если я сегодня не поеду? Ну что ты, дорогая, но можно узнать, почему? Я бы хотела поговорить с вами. Хорошо. О Маффикинге. Там солдаты, правда, голодают и болеют, и отрезаны от остальных. Понимаете, там мой папа, я должна знать. Нет, не так уж все и плохо. Им, конечно, нелегко, это правда, но они держатся, и мы каждый день посылаем туда свежие войска. Они очень скоро освободят наших солдат. С каждым днем я тревожусь все больше и больше. Не переживай. Слушай. Я открою тебе маленький секрет. Сегодня я записался в армию, но пока не хочу, чтобы мисс Роуз знала. Скоро я сам туда поеду. В Маффикинг? Я рада, что вы сможете помочь папе. Конечно, мы его спасем. Какого черта ты здесь делаешь? Привет. Отвечай, наглый щенок. Что ты здесь делаешь? Не пугайся, Сара, это всего лишь мой дедушка. Не верьте ему, я от него отрекся в день, когда он родился. На самом деле мы очень любим друг друга. Конечно, что? Ничего подобного. Сделай одолжение, не кричи при моей самой щедрой ученице. Щедрой ученице? О чем ты говоришь? Я учитель верховой езды в этом эксклюзивном лицее. Ты воспользовался моим отсутствием, чтобы стать учителем верховой езды? По соседству с моим домом? Где твоя фамильная гордость? Видите ли, сэр, кушать хочется, а гордостью сыт не будешь. Так это шантаж, думаешь, я откуплюсь? Об этом я не думал, но идея неплохая. Тебя скорее повесят, утопят и четвертуют. Я быстро положу этому конец. Стоит мне зайти к даме, которая держит школу. Иди, ей будет приятно узнать, что мой дед — лорд Уикэм. Она, возможно, повысит мне зарплату. Сюда идет лорд Уикэм. Тогда я пошла. Наглый щенок. Совсем как отец. Учитель езды. Может, вы его и любите, но не думаю, что он любит вас. Он безвредный. Лает, но не кусает. Надеюсь. А почему он так злится на вас? Вообще-то он был зол на моего отца, а я оказался втянут в их ссору. На самом деле он хочет, чтобы я умолял его о помощи. Тогда бы он сразу стал шелковым. А мне бы не хотелось, чтобы он был шелковым. А хочешь, я буду шелковым? Вы? Это совсем другое дело. Тогда выполни мою просьбу очень важную. А я смогу? Кажется, только ты одна и сможешь. Сделай так, чтобы мисс Роуз пошла с тобой за покупками в следующую среду. За покупками? Под этим предлогом мисс Минчин вас отпустит. Слушай. Правда? Вы на мисс Роуз? Она сказала да. Как замечательно. Нет, я могила. Даже Эмили. Молодец. А теперь я пойду. Мне нужно тоже кое-что купить. А я знаю что. Кое-что золотое и блестящее. Ты права. Войдите. Что тебе нужно? Я очень занята. Мисс Минчин. Я хотела вас попросить. А это ты. Что ты хочешь, детка? Я хочу попросить вас об одолжении. Да? Мистер Джеффри может скоро уйти на войну. Он был очень добр ко мне. И я чувствую, что я должна выполнить свой общественный долг и отблагодарить его. Вы же этому нас учите. Когда к вам проявляют доброту, нужно отвечать тем же. Ну, вряд ли мистер Джеффри подпадает под правила общественного долга. Но что ты хочешь для него сделать? Могу я пригласить его на чай? Здесь, в школе? Пожалуйста, он же на войну уходит. Ну, думаю, это допустимо, поскольку он один из наших учителей. Однако другим девочкам лучше об этом не говорить. Конечно, мисс Минчин. Спасибо, мисс Минчин. Спасибо, мисс Минчин. Мы должны что-нибудь съесть. Все-таки Сара так старалась. Думаю, она поймет. Ты забыла кольцо? Нет, вот оно. Видишь? Понимаешь, я боюсь, что забуду снять, и Минчин увидит. Я вчера забыла, к счастью, она не заметила. Как бы мне хотелось ей сказать... Пока нельзя, дорогой. Да. Ты не жалеешь, что вышла за меня?
Будто ты сам не знаешь. Я хотел это услышать от тебя еще раз. Дорогая, я буду переживать каждое мгновение прошедшей недели, когда буду вдали от тебя. Тогда мы будем неразлучны. Потому что я тоже буду переживать. Я думала, ты пьешь чай с мистером Гамильтоном. Да, то есть пила, но... Кто у тебя в комнате? Пожалуйста, не заходите туда, мисс Минчин. Мисс Минчин, мисс Роуз и я? Мы прощались, мисс Минчин. Как вы смеете рисковать репутацией моей школы? Да ничего такого не случилось. Что повредило бы репутации вашей драгоценной школы, мисс Роуз и я? Джеффри, ради меня. Мисс Минчин, это я. Я виновата. Тихо. Поскольку вы здесь для того, чтобы попрощаться, так прощайтесь. Сейчас. До свидания, Джеффри. До свидания, мистер Джеффри. До свидания, дорогая. Сара, я требую объяснения этому сводничеству. Конечно, мисс Минчин. Как только я его придумаю. Список раненых и убитых в Южной Африке. Они уже несколько месяцев как загнанные в угол крысы. Пусть бы послали в Маффикинг больше войск. Пусть призовут всех мужчин в Англии. Согласен. Нет. Нет. Мальчик мой. Мой мальчик. Моего мальчика убили. Моего мальчика убили. Я знаю, что солдаты должны многое выносить. А мой папа хороший солдат. Но они так долго ждали помощи. Пожалуйста, быстрее помоги всем тем, кто в Маффикинге, или мы их потеряем. И тогда мой папа не вернется. Пожалуйста. Осада Маффикинга снята. Осада Маффикинга снята. Осада Маффикинга снята. Осада Маффикинга снята. Боженька, спасибо тебе, что ты так быстро помог. Вставайте, вставайте. Осада Маффикинга снята. Вставай. Вставайте, просыпайтесь. Осада снята. Мистер Берти, вы слышали? Осада снята. Да, дорогая, отличная новость. Сара? Мисс Роуз, они спасены. Мой папа и мистер Джеффри спасены. Что такое? Что случилось? Ничего не случилось, ничего плохого. Осада Маффикинга снята. Ура! Правда? Мисс Минчин, как это здорово. Слышите, как все радуется. Ура! Бекки! Боже мой, я так рада за вас. Он спасен, Бекки, мой папа спасен. Дети! 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 Прошу внимания. По счастливому стечению обстоятельств, день рождения Сары приходится на день, когда мы празднуем блестящую победу армии Ее Величества. А теперь, Сара, объяви всем свои пожелания в день рождения. Я очень счастлива, что вы здесь. Я бы хотела сегодня дарить подарки, а не только принимать их, потому что я хотела
Показать, как я благодарна, что мой папа спасен. Тихо, дети, тихо. Можно уже дарить подарки? Да, но сначала подарки тебе, Сара. Это от меня. Спасибо, мисс Минчин, но сначала я должна научиться жить. А это от всей школы. Изображение твоей родной Индии. Огромное спасибо. Теперь мне будет легче представлять, что я там, когда я захочу. А теперь ты хочешь подарить подарки остальным девочкам? Да, они там. Идите все сюда. Они подписаны. Это вам, мисс Роуз. Спасибо. Вы поможете раздать остальные? Конечно, дорогая. А это для вас, мисс Минчин. Сара, какая ты внимательная. А, это... От одного старого солдата другому. Это я в молодые и более счастливые годы. Тогда я был известен как Берти Весельчак. Благодарю. Но лучше хранить этот подарок в тайне. Рот на замке. Именно. А это от меня. Спасибо. Надеюсь, вам понравится. Именно то, что я хотел. Но рот на замке. Еще бы. Мисс. Вот мой подарок, мисс. Он не очень хороший. Подаст, добавляю. Спасибо, Бекки. Это просто булавки, мисс. И не очень новые. Бекки, дорогая, ты сама это сделала? Да, мисс. По ночам. Я знаю, вы можете представить, что это атлас с бриллиантовыми булавками. Очень красивый, Бекки. Мне правда очень нравится. Правда, мисс? Они не очень новые. Мой подарок тоже не очень новый. Вот, держи. Подарок для меня, мисс? Да, Бекки. С любовью. От меня. А что это, мисс? Скоробей из Египта. Мне подарил его папа, потому что он приносит удачу. Я бы хотела, чтобы он был у тебя. Боже мой, мисс. Я, наверное, в обморок грянусь. Нет, Бекки, не сейчас. У меня для тебя есть и другие подарки в комнате. Не знаю, что сказать, мисс. Ты такая милая. Да, очень красиво. Посмотрите на мой, мисс Минчин. Прошу прощения, да? К вам пришел мистер Бэрроу. Из Бэрроу и Скипер. Сегодня я за ним не посылала. Он из-за чего-то очень расстроен. Он ждет вас в вашем кабинете. Хорошо, сейчас иду. Мисс Роуз. Прекрасный шарф. Мисс Роуз, не забудьте сказать мне, когда будет 2 часа. Конечно, дорогая. Знаете, у нас с папой есть договоренность. Он будет думать обо мне ровно в 2 часа. Я послежу за временем. Спасибо, мисс Роуз. Сара, спасибо за платки, они чудесные. Тебе не кажется, что пора резать торт? Ах да, торт! Садитесь, мистер Бэрроу. Сколько вы потратили денег на этот праздник? Полагаю, немало. Разве это важно? Капитан Кру очень богатый человек. Чек от него скоро прибудет. Нет, мисс Минчин, чека не будет. Что? Что вы хотите сказать? Покойный капитан Кру. Покойный капитан Кру? Капитан Кру погиб. Его имя было в списках сегодня утром. Более того, он погиб банкротом. Банкротом? Но его имущество, его шахта. Его имущество и шахта были конфискованы врагом. Вы хотите сказать, что девочка осталась нищей? У меня на руках и нищей? Она определенно нищая и у вас на руках. У нее нет ни одного родственника, о ком нам было бы известно. Но кредит на счете ее отца превышен. Я ожидала получить чек за день рождения. Я так и понял. Это ужасно. Теперь ты должна загадать желание и задуть все свечи сразу. Мое желание, чтобы папа поскорее вернулся. А теперь набери побольше воздуха. У меня слабые легкие. Я вышвырну ее на улицу. Думаете, это благоразумно, мисс Минчин? А репутация вашей школы? Репутация? Об этом может стать известно. И некоторым родителям ваших учениц это не понравится. Да, пожалуй, вы правы. Конечно, она может служить у вас, пока не отработает свой долг. Но на это уйдут годы. Конечно, но это лучше, чем ничего. Быстрее, дети, мороженое тает. Спасибо, Сара. Сара, сейчас почти 2 часа. Спасибо, мисс Роуз.
Папочка, я думаю о тебе. Я знаю, что где бы ты ни был, ты тоже обо мне думаешь. Мисс Роуз, я чувствовала, что он со мной. Честное слово. Тебя зовет мисс Минчин. Хорошо. Дети, оставьте свои подарки здесь. Почему? А куда все уходят? Почему они не могут взять свои подарки? Потому что они куплены не на твои деньги. Я не понимаю. Позже поймешь. Идите к себе в комнату. Но мисс Минчин... Сара, идите к себе в комнату. И вы все тоже. Может, теперь скажешь, в чем дело? Что случилось, мисс Минчин? В любом случае, можно было бы вести себя помягче. Молчать. Капитан Кру погиб. Его имя сегодня было в списке. Он оставил ребенка нищим. Мисс Минчин. Лучше вы скажите ей. Я не смогу. Делайте, что я вам сказала. Мисс Роуз, а в чем дело? Почему мисс Минчин велела всем разойтись? Сара, я хочу поговорить с тобой, детка. Дорогая. Мисс Роуз, что случилось? Сара, ты дочь солдата. И ты знаешь, что значит быть мужественной и смелой, правда? Что бы ни случилось. Мисс Роуз, это что-то ужасное. Твой папа. С ним все хорошо. Маффикинг освобожден. Вы же слышали. Помощь пришла не так быстро, дорогая, для него. Его имя было сегодня в списке. Он ранен? Нет, дорогая. Мой папа... Сара, мне очень жаль. Не может быть. Это неправда. Я в это не поверю. Он не погиб. Нет. Нет. Вы сказали? Да. Вы можете идти. Сара, ты, конечно, понимаешь, что эти комнаты больше не могут быть твоими. Идем со мной. Теперь ты будешь жить здесь. Мне придется продать твои вещи, чтобы заплатить часть долга, который остался за твоим отцом. Обычно в таких случаях отправляют в приют, но я решила оставить тебя здесь. Конечно, тебе придется исполнять некоторые обязанности. Надеюсь, ты ценишь, что я добра к тебе и оставляю тебя здесь. Я не смогла найти черного платья среди твоих вещей, поэтому одна из девочек дала тебе вот это. Лучше сними праздничное платье и надень его. Ботинки я тоже пришлю.
Я в это не верю. Нет. Нет. Мой папа должен уехать. Но он обязательно вернется. В любую минуту я могу увидеть своего папу. Своего папу. И мисс Минчет продаст все ее вещи. Ужасно, что нам пришлось вернуть подарки. Что вы теперь думаете о своей маленькой принцессе? Мисс, я могу вам как-то помочь? Нет, Бекки. Спасибо. Сара, я так тебе сочувствую. Сара, ты теперь не можешь сидеть с нами. Вернись в свою комнату и расчеши эти кудряшки. Потом иди в кухню. Иди. Лавиния, ты можешь занять свое прежнее место рядом со мной. Миссис О'Коннелл. Значит, хозяйка прислала тебя ко мне. Мисс Минчин говорит, что завтракать я буду здесь. Эти завтраки нужно зарабатывать. Я буду рада помочь. Неужели? Посмотри, посмотри, что ты делаешь. За это ты не получишь завтрака. Мин, сделай еще тосты для хозяйки. Хорошо, сейчас. Вот твой завтрак. Сядь там. Мы не чета королевским особам. Давайте я вам принесу, мисс. Нет, она сама себя обслужит. А ты сиди здесь и смотри, как она ест. Может, это тебе послужит уроком. Миссис О'Коннелл, можно я дам свой завтрак Бекки? Я сегодня не голодна. Кошке отдай, если хочешь. И принимайся за работу, вымой посуду. Нет, мисс, я не хочу. Почта пришла. Мисс Роуз, я возьму почту, если вы не возражаете. Моя дорогая девочка, я чуть не сошел с ума с тех пор, как получил твое письмо, пытаясь придумать, как тебе вырваться оттуда. И выход нашелся, мой дедушка смягчился. Я молюсь, чтобы эти деньги и моя любовь помогли тебе вынести то, что ждет впереди. Джеффри. Вы говорите, эта девушка учительница в вашей школе? Была. Сегодня я ее уволила. И вряд ли мы о ней еще раз что-нибудь услышим. А я собирался выделить ему приличную сумму, когда он вернется. Даже сделал глупость и послал ему чек. Тогда я была права, удержав его. Он переписал его на нее. Вы не очень ее любите, да? Да, учитывая обстоятельства. А вы уверены, что она не имеет на него законного права? Она была подкидышем, и я ее воспитала. Разве она не сказала бы мне, если бы их любовь была законной? Рамдас? Да, сэр. В будущем, если от мистера Джеффри будут приходить письма и телеграммы, их нужно возвращать, не открывая. Как пожелаете, сэр. Бекки. Входи, Бекки.
Я рада, что вы не спите, мисс. Дождливыми ночами бывает одиноко. Да. Интересно, где мисс Роуз? Мне ее ужасно будет не хватать. Теперь мы одни во всем мире. Правда, мисс? Нет. Нет, мы не одни. Не забывай про моего папу. Ваш папа? Но кухарка говорит, что он... Не говори так. Это неправда. Он не погиб. Он болен или ранен, и он пришлет за мной. Но он не погиб. Откуда вы знаете, мисс? Что-то внутри меня подсказывает мне. И иногда я слышу, как он меня зовет. О, господи, мисс. Это ты? Куришь? Как видишь. Сегодня, моя дорогая, вместе со мной британская армия. Почему ты в форме? Собрался на войну? Вот именно. Прямо в жерло пушки, если потребуется. Зачем? Потому что, старушка, я сыт по горло твоими придирками, а то, как ты обошлась с Роуз и Сарой, последняя капля. Я предпочитаю меньшие ужасы на полях сражений. Критикуешь меня? Удивительно, правда? Но это доказывает, что мне хватит смелости повести своих ребят в пасть смерти. После такого можешь больше не надеяться на мою помощь. Я совершенно спокоен. Потому что если кровожадный бур пощадит меня, свет рампы опять увидит весельчака Берти. Губерт, ты не посмеешь. Неужели? Пока-пока, старушечка моя. Да, детка. Вы были при осаде Маффикинга? Да, там я поймал пулю, которая поймала меня. Тогда вы знали моего папу? Твоего папу? А как его звали, детка? Капитан Реджинальд Кру. Твой отец капитан? Да. Говорят, что он погиб, а я знаю, что нет. Я уже стольких солдат спросила. Может, вы мне скажете? Нет, детка, к сожалению. Спроси лучше в госпитале. Может, у них есть какие-то сведения? Спасибо, сэр. Обязательно спрошу. Извините, сэр. Глазам не верю, маленькая принцесса. Мистер Берти. Я. А я думала, вы на войне. Конечно. Лорд Робертс этого хотел, но потом сказал: Берти, старик, ты нужен раненым. Поэтому оставайся и поднимай дух храбрецов, которые пострадали во имя нашего справедливого дела. И вот я практически во главе этого госпиталя. Мистер Берти, а может быть и мой папа здесь? Твой папа, принцесса? Да, понимаете, я знаю, что он не погиб. И его все время ищу и ищу. Он же может быть среди раненых. Да. Я почти уверена, что он где-то здесь. Если вы главный, можно я его здесь поищу? Ну... Пожалуйста. Да-да, можно. Такие вещи иногда случаются. А почему вам не отдают честь, если вы здесь главный? В этом госпитале дисциплина не строгая. Послушайте, майор, вас ждут в палате Б. Там много хлама. Хорошо, я пошлю одного из своих людей. Кого одного? Ну тогда двух, свободны. Санитар, сэр. Почему здесь девочка? Время посещения закончено. Понимаете, сэр, говори побыстрее. Извините, сэр, майор помогает мне найти папу. Майор? Для нее, сэр. Мы старые друзья. Я знал ее отца, капитана Кру, который в списках погибших при Маффикинге. Она уверена, что произошла ошибка, и я помогаю ей искать его среди раненых. Вы ничего не знаете о моем папе, сэр. Извини, моя дорогая, нет. Продолжайте, майор. Есть, сэр. Спасибо, сэр.
Ее отца убили. Она считает, что он жив, поэтому я разрешил ей поискать. Посмотрим в другой палате. Привет, Берти. Старина Берти пришел. Спой нам песенку. Смирно, смирно. Официальная инспекция. Здесь его тоже нет. Но кто-то же должен о нем знать. Простите, сэр, вы были при осаде Маффикинга? Да, был. Это там меня жук укусил. Не больше семени чертополоха, а свалил меня с ног. Жуки там хуже, чем пули. Тогда вы, наверное, моего папу не знали. Да я бы родного отца не узнал, такая у меня была лихорадка. Спасибо, сэр. Да не за что. Привет. Простите меня, сэр. Вы были при Маффикинге? Да, да, конечно. Я оттуда убежал. Вы знаете моего отца, капитана Кру? Да, да, конечно. Отличный офицер, правда? Он далеко пойдет. Когда вы его видели в последний раз? Где он сейчас? Кто где? Мой папа. Знаешь, одним солдатом больше, одним меньше, разницы никакой. Я делаю их тысячами для Англии. Видишь? Отличные крепкие ребята, которые не будут так бояться, как я. Меня пугал этот грохот, поэтому я сбежал. Он говорит, что знает папу, но не говорит, где он. Он живет во сне, Сара. Он не знает, что говорит. Пойдем. Не уходи, приятель, спой нам песню. Давай, Берти. Ну как, дорогая, споем песню, чтобы их ободрить, нашу старую. Не сегодня, мистер Берти. Ну что ты, дорогая, давай попробуем, забудем на время наши беды и сделаем приятно ребятам. Я попробую. Умница, может быть, про Кент Роуд? Давайте, Мэкки вам сыграет. Evening at the stroke of pardon me, and the missus takes a little rod. You sigh, oh wonderful, they're still alive. If you saw that little donkey go, when we start the blessed donkey stops. He won't move, so I quickly ops. Pounds start a wagon, and when down he drops, someone says he wasn't mine to go. Мистер Берти, а можно я завтра опять приду? Не стоит тебе так часто убегать, принцесса. Тебя могут наказать. Я буду сам смотреть, когда будут привозить раненых. Вы же не верите, что он вернется? Конечно, верю. Я же сказал, пропавшие без вести часто находятся. Тогда я лучше приду сама. Вы его можете не узнать, если он сильно изменился. Хорошо, дорогая, приходи. До свидания, мистер Берти. До свидания. Проголодались? Вот. Бедняжки. Сегодня никому я не нужна. Доброе утро, мисс. Доброе утро, Рамдас. Кормите своих маленьких друзей? Да. Только у меня мало что осталось после ужина. Да, им приходится трудно, когда выпадет снег. Рани! Похоже, ты знаешь, что она проказничала и очень этим довольна.
Рани, как не стыдно. Вот она на книжной полке. Книжной полке? Да, я представляю себе, что это книжные полки, заставленные чудесными книгами. Надо снять ее поскорее, пока она не испортила ваш сборник Диккенса. Рани! Это ваша комната, мисс? Да. Здесь тепло. И так высоко, что я будто бы в гнезде на дереве. Я могу лежать на кушетке и смотреть на небо через окошко на крыше. На кушетке? Он больше похож на кушетку, когда заправлен. И можно представить, что тут расшитое покрывало, мягкие подушечки. И зажженный камин тоже. Это представить труднее всего, особенно по ночам. Но когда получается, эта прекрасно начищенная решетка сияет, а красные угольки падают на плитку перед камином. Быстрее, мисс, Харкова зовет, она в ужасном настроении. Боже мой, извините, я должна бежать к мяснику. Мне надерут уши, если я не успею. Хорошо, мисс. Здесь пишут, что прибыл корабль-госпиталь. Привез 1200 раненых. Там есть имена? Нет, списка нет. Надеюсь, мой бедняга Гарри среди них. Раненый муж лучше, чем вообще без мужа. Да, мисс? Бекки, я должна попасть в госпиталь до 9 часов, пока они не закрылись для посетителей. Мне как-то надо успеть. Да, мисс? Ах, ты неуклюжая корова. За это ты не получишь ужин. Мам, она и не обидела. Вы все убрали до того, как она вернулась из лавки. Ты с кем это так разговариваешь? Обе останетесь голодными. А теперь уберите все. Давайте, быстро, за дело. В этой группе тяжелые случаи. Не повезло беднягам. Здравствуйте, доктор. Доктор, этот мужчина неизвестный, его бумаги потеряны. Расстройство сознания после малярийной лихорадки. Мы очень за него беспокоимся. Анемия, слабая реакция сердца, слабое дыхание, как обычно и бывает. Но он до сих пор не приходит в сознание. Временный паралич некоторых нервных центров. Или, возможно, тромб. Вероятнее последнее, сэр, у него было серьезное ранение в голову. Сара. Он часто произносит это имя, Сара. А вы не можете узнать, кто такая Сара? Это невозможно, сэр, пока не установим его личность. Сара. Сара. Идите, мисс, я закончу за вас. Спасибо, Бекки. Мне придется лететь. Да, мисс. Придержи лошадей. Куда это ты собралась? Я? Мисс Лавини просит принести уголь для ее камина. Беги быстро. Сара, ты выглядишь такой усталый, голодный. Сара, ты правда хочешь есть? Да, хочу. Так хочу, что сейчас сожру тебя. Побольше положи, мой папа за него платит. Минуточку. Наша принцесса, кажется, спешит. Может быть, она торопится на бал? Вернись и собери угли. Подай мне шаль. Розовую, она на кровати. Укрой меня. В комнате прохладно.
Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Привет, принцесса. Что ты тут делаешь так поздно? Я пришла посмотреть на солдат, которых сегодня привезли. Не сегодня, детка, мы уже закрываемся. Я должна, я нарочно сбежала. Малышка, успокойся. Пожалуйста, впустите меня, я уверена, что на этот раз он там. Ты каждый раз уверена, принцесса, извини. Давай, домой беги и приходи завтра утром, будь умницей. Все, пока, спокойной ночи. От последствий лихорадки он оправится, но я уверен, что у него внутричерепное давление. Вы советуете операцию? Да. Вы согласны? Да, ее сделает доктор Макниш в Эдинбурге. Отлично. Подготовьте его к отправке в Эдинбург утром. Хорошо, доктор. Сара. Сара, где ты была? Отвечай, ты ведь куда-то ходила? Да, мисс Минчин. Почему ты нарушаешь мой приказ? А что мне делать? Я должна искать папу. Это глупые поиски, это фантазии. И нежелание признать факты. Это неприлично, в конце концов. С меня хватит. Ты должна раз и навсегда понять, что твой отец погиб. Не говорите так. Он не погиб, нет. И вы не помешаете мне искать его. Как ты смеешь так со мной разговаривать, наглая девчонка? Я займусь тобой утром. Я больше не могу быть хорошим солдатом. Мне холодно, я есть хочу. Ты слышишь? Нет, ты не слышишь, не слышишь и не сочувствуешь. Ты всего лишь кукла, кукла. У тебя нет сердца, и ты ничего не Ваше Высочество, простите. Во дворец пришла женщина. Она хочет заявить об украденном поцелуе. Скажите ей, пусть уходит. Пусть придет в другой день. Я так и сказал.
Но она не уходит. Вы должны принять ее, иначе она поднимет крик. Скажи ей, пусть замолчит. Она не послушает. Скажи ей, пусть утихнет. Она не послушает. Я не буду молчать, я знаю свои права, я знаю закон и знаю, что я видела. Что вы видели? Я видела его. Кого вы видели? Отвечайте. Я видела, как он украдкой поцеловал эту бесстыжую девчонку. И пусть вас не обманет их притворная стыдливость, ваше величество. В этой стране есть закон, запрещающий поцелуи. В законе говорится, нельзя целовать украдкой. Принцесса, мне кажется, здесь не тот случай. Молчать, шут. Я знаю закон. Я их видела, 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 видела. Ее заело. Она видела, она видела, видела, видела. Видела, видела. Она видела. Видела его. Видела, видела. Возможно, она говорит правду. Что же нам делать? Я бы сказал, что надо спросить обвиняемого. Возражаю. Он все равно солжет. Пусть говорит. Подойди сюда, юноша. Что ты можешь сказать? Ваше высочество, я признаюсь. Когда я увидел такую красоту, я не смог устоять. Я подумал, что ее нужно поцеловать, и поцеловал в 2 раза. И это было прекрасно, я честно говорю. И он поцеловал ее 2 раза, это было прекрасно. Вот видите, он нарушил закон. Я же видела, 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 видела. Не начинай сначала. Но он поцеловал ее украдкой. Да, похоже на то. И мне придется наказать тебя. Нет, прошу вас. Позвольте мне сказать. Все было не так. Он целовал не украдкой. Я сама позволила ему. Вот так. Вот видишь, я сразу почувствовал, что это не тот случай. Я не уверена. Мне не все ясно. А ну-ка покажите поцелуй еще раз. Ты был прав. Теперь и я считаю, что это вовсе не украденный поцелуй. Да, закон не был нарушен. Этого юношу обвинили ложно. Он ее, она его. А эту ведьму нужно бросить в тюрьму. Вы очень злая тетенька. Принцесса, я всего лишь слабая женщина. Слышите, как она запела? Змея подколодная. Запретите ей появляться при дворе. Уходите и больше здесь не показывайтесь. Запретите ей появляться при дворе. Уходите и больше здесь не показывайтесь. Я видела, 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 видела. Я знаю свои права, я знаю закон. Я видела, видела, видела. Подойдите и сядьте рядом со мной. Ваш поцелуй мне все разъяснил. Спасибо, принцесса. Не надо меня благодарить. Вас освободил поцелуй. Разбирательство закончилось. Давайте веселиться, целоваться. Зовите танцоров, зовите певцов. Зовите звонарей. Новая балерина. Она хорошо танцует. Я ее уже где-то видела.
Хороший сон. Как тепло. Не хочу просыпаться, не буду. Я еще не проснулась. Это сон. Да, это сон. Это точно сон. Здесь тепло. Бекки, Бекки! Бекки, иди сюда скорей. Бекки, Бекки! Бекки! Да, мисс. Бекки, смотри. О, боже, боже. Вы видите то же, что и я? Я не знаю, что ты видишь. Я не верю тому, что я вижу. Боже, боже, и я тоже. Тебе больно? Да, мисс. Что ты видишь? Я вижу огонь, мисс. И стол с едой, ковер, лампу и тапочки. Посмотри. Да, мисс. А как это все сюда попало? Из ваших фантазий? Я не знаю. Мне раньше никогда так хорошо не получалось. Посмотри. Если бы мисс узнала, она бы пришла сюда вас благодарить. Не хочу, чтобы она знала. Мисс, как красиво. Спасибо, Бекки. А теперь ты примерь это. Красиво, правда? О, да, мисс. Превосходно. Настоящий атлас. Давай наденем шлепанцы, посмотрим, настоящие ли они. Как тебе кажется, это настоящие шлепанцы? Они теплые и мягкие. И халат теплый и мягкий. Раз это все настоящее, значит, это не сон. А как вы думаете, а еда настоящая? Посмотрим. Я чувствую запах рыбы, а ты? Рыба с луком. Интересно, здесь что? Булочки. На вкус как булочки, попробуй. Самое что ни на есть булочка. Это какое-то чудо, мисс. Давайте есть, пока все не исчезло. Давай. Как прошла ночь? Он спал спокойно, доктор. Сможем ли мы его перевести вместе с другими? Да, он хорошо перенесет дорогу. Готовьте его к отправке с группой, да, они уезжают через час. Хорошо, доктор. Я слышала, тебя наказали. Как ты думаешь, дать ей конфетку? Дай ей понюхать. Мисс Минчин против этого не возражала бы. Не желаете? Не буду ее ни нюхать, ни есть. Спасибо. Нет? Это почему? Сегодня утром я не такое ела. Нет, ты слышала? Принцесса опять фантазирует. Я не фантазирую. Наживо никогда не ели того, что сегодня ела я. Да ты маленькая лгунья. Ты даже не завтракала. Простите, но я завтракала. И простите, если я напомню, что невежливо называть людей лгунами. Да как ты смеешь мне дерзить? Я вам дерзила? Боже мой! Ой, простите, простите, виновата. Я, пожалуй, мисс Минчин. Ну, все вещи еще здесь, Бекки? Да, мисс. Слава богу, дождь перестал. Вы куда-то идете, мисс? В госпиталь. Бекки, возможно, для нас все изменится. Я найду своего папу. И он нас обеих заберет отсюда. Боже, боже. Это хозяйка. Сара, как ты смеешь? Что? Что здесь произошло? Это мы хотели бы знать. Когда я проснулась утром, все так и было. Даже еда и огонь в камине.
Где ты все это взяла, украла? Я не знаю, может быть, мне приснился настолько прекрасный сон, что он стал правдой. Это редкие дорогие вещи. Ты же их украла. Мисс Минчин, нет, мы их не крали. Даю тебе последний шанс сказать правду. Но я говорю правду. Они просто появились. Это так, мэм. Иди в свою комнату, этим займется полиция. Пожалуйста, мисс Минчин, не надо полицию. Надо, надо. Мисс Минчин. Теперь нам некуда деться, мисс, и сейчас приедет полиция. Мне нельзя в полицию. В госпиталь привезли новых раненых, я должна их увидеть. Но как это сделать, мисс? Она нас заперла. Пошли, Бекки, быстрее. Куда вы, мисс? Иди за мной. Нет, мисс, я боюсь. Я тоже боюсь. Бекки, иди сюда, дай мне руку, только осторожно. О, боже, боже, мисс. Не бойся, Бекки. Во что вы играете, мисс? Можно нам пройти через ваш дом? Мы убегаем от полиции. Это хорошая игра, прошу вас, входите. С удовольствием. Кажется, вы очень спешите, мисс. Вы не задержитесь на чашку чая? Нет, спасибо, мы очень спешим. Понимаю, игра продолжается. Надеюсь, вам удастся от них убежать, мисс. Я тоже надеюсь. Боже, боже, мисс, полиция! Вон они, держите их. Бекки, беги, беги! Сара, Бекки, стойте. Бекки, Сара, бегите за второй, я ей сама займусь. Иди сюда! Осторожно, Бекки, не поскользнись! Бекки, ты где? Бекки, воровка. За это тебя посадят в тюрьму, вас обеих. Вы ее никогда не поймаете, мистер Берти ей поможет. Так вот, куда она побежала. Вы нашли ее, мэм? Отведи эту воровку в дом и не выпускай, пока я не вернусь. Вы ее не поймали? Она смешалась с толпой, мэм, я не мог ее найти. Вы знаете, куда она могла побежать? Да, извозчик. Военный госпиталь, и побыстрее. Сара. Сара. Он ее все время зовет. Отойдите немного в сторону. Стойте. Туда нельзя. Посетители не будут пускать еще час. Потом, может быть, поздно. Беги отсюда, девочка, будь умницей. Извините, сэр. Посетители не будут пускать еще час. Но нам очень нужно. Извините, сэр, вы можете подождать там, если хотите. Ты не видел капитана Марка? Кажется, он только что прошел по коридору, мисс. Извини, малышка, наверх пока нельзя. Но мне нужно. Я должна посмотреть, нет ли там папа, пока мисс Минчин меня не поймала. Беги отсюда, делай, что тебе говорят. Стой, вернись. Куда ты побежала? Наверх нельзя. У тебя будут неприятности. Нельзя. Отпустите меня, отпустите. Мне очень-очень нужно. Дневальный. Чего хочет эта девочка? Пожалуйста, не позволяйте меня забрать. А что случилось, детка? Мне сказали, что моего папу убили при Маффикинге. Но я в это не верю. Он может быть здесь среди раненых. А мне не дают его поискать. А вдруг у меня не будет другой возможности? Вы не можете им сказать, чтобы они мне разрешили посмотреть? Полковник, распорядитесь, чтобы эту девочку провели по палатам. С вашего разрешения я лично ее провожу, ваше величество.
А как вас зовут? Виктория. А тебя? Сара. Ой, ваше величество! Полковник. Надеюсь, ты найдешь своего отца, дорогая. Ищите хорошенько, полковник. Спасибо, ваше величество. До свидания, дорогая. До свидания. Ты уже была в палатах? Сегодня нет, сэр. Думаю, сначала надо обойти это крыло. Мы ищем пациента. Хорошо, сэр. Иди, дорогая. Так, хорошо. Спасибо, дорогая. Мисс Роуз. Сара, дорогая. Сара. Мистер Джеффри, вы дома, вы вернулись. Может, вы знаете, где мой папа? Джеффри не доехал до Маффикинга, дорогая. Значит, вы не знаете? И даже его не видели? Нет, дорогая, не видел. Мне очень жаль. Ну что, нашла? Нет, сэр. Это мой друг, мистер Джеффри, и его жена, мистер и миссис Гамильтон. Очень приятно. Я не могу вас представить, потому что не знаю вашего имени. Полковник Гордон. Это полковник Гордон. Он помогает мне искать папу. Не беспокойтесь. Очень приятно, сэр. Рад познакомиться с вами. Маффикинг? Нет, сэр. Армейская лошадь, точнее, британская. Не очень доблестное ранение. Извините, сэр, пациенту пора принимать лекарства. Это еще хуже, чем та лошадь. Я приду позже, мисс Роуз. Как только просмотрю остальные палаты. Я подожду тебя, дорогая. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, сэр. Обязательно приходи, сэр. Приду. Бедняжка. Она не теряет надежды. Я настаиваю на том, чтобы вы послали за моим братом. Хорошо, мам, но вы не можете войти, хоть он вам брат, хоть нет. Мы войдем. Мой брат это устроит. Надеюсь, вы правы, мэм. Все заполнено. Ему придется ждать следующей кареты. Хорошо. Отвезите его в приемную. В коридорах сильно сквозит. Да, так будет лучше. Жаль, что тебе не удалось найти папу. Все равно спасибо вам, сэр. Он может прибыть со следующим кораблем, и я бы не оставлял надежды. Я и не оставлю. До свидания. До свидания. Я знаю, что они краденые. Это абсурд. У меня есть доказательства. Я намерена сдать ее полиции. Она в этом госпитале, и я ее найду. Послушай. Я настаиваю, чтобы обыскали каждую палату. Сара. Сара. Папа. Сара. Папа. Папа, мне так тебя не хватало. Я нашла тебя, я нашла тебя. Мне сказали, что тебя убили, но я знала, что ты не так. Я знала, что ты вернешься, папа. Обними меня покрепче. Ты больше никогда, никогда не уедешь, правда? Да, папа? Что, папа? Почему ты со мной не говоришь? Сара. Ты меня не узнаешь. Папа, я Сара. Я Сара. Сара, где моя дочь? Папа, что с тобой случилось? Мистер Берти! Мистер Берти! Папа, ты должен меня узнать. Посмотри на меня, посмотри на меня. Папочка.
Ты не должна плакать. Ты не должна плакать. Мы должны быть хорошими солдатами. Я была хорошим солдатом, папа. А ты меня не узнаешь. Моя малышка Сара никогда не плачет. Но я Сара. Я Сара. Да. Да. Сара. Сара. Моя девочка. Папочка. Моя дорогая. Папа, ты меня узнал. Сара, моя дорогая. Ты узнал меня. Сара, деточка моя. Папочка. Сара. Папочка. Дорогая моя. Папочка. Не говори глупости, Аманда. Да? Тогда как туда попали шелковые покрывала, платье и другие вещи? Может быть, их принесла маленькая птичка? Может, у них выросли ноги, они сами пришли? Я не знаю, но уверен, что Сара их не украла. Берти, да? Берти, ты знаешь, что случилось? Маленькая принцесса нашла отца. Она его нашла. Капитан Кру жив? Конечно, как бы она его нашла, если бы он не был жив. Мистер Берти, я нашла папу. Дорогая, я так рад. Ее величество.